расскажите, какие впечатления у вас остались от этого матча? Что получилось, что нету подопечных? Старт нового сезона всегда очень волнительный. И игроки иногда в таком состоянии допускают больше ошибок, чем обычно. Это нормально, в принципе, это все пройдет. Тем более команда у нас тоже новая. Недавно девочки собрались еще, не сыгрались полноценно. Все будет нормально. Команда у нас хорошая, играют с желанием, все получится. Была ли какая-то подготовка к этому турниру? И если была, то вот из чего она состояла, как долго, где тренировались? Проблема в том, что у нас несколько игроков из Клинска, тяжело собираться вместе тренироваться. Получилось только один раз вместе тренироваться. Во многом из-за этого и получилась такая сумбурная игра на старте. Ну, такой напряженный матч получился. Сложно ли девчонкам вот показывать хорошую игру, когда все так ровно идет? Ну, понятно, когда все получается и когда эмоции на плюсе. Конечно, можно делать какие-то рискованные вещи, это все понятно. Но это игра, не всегда все получается. Какую-то конкретную цель команде ставите в этом сезоне Макс Лиги? Любительский чемпионат, цель только одна, получать удовольствие от каждой игры. Понятно, что когда выигрываешь, эмоции немножко другие. Вот. Ну, как получается. We'll be right back.